Итак, учительница из Северодвинска, которая воспитывала детей скакалкой, грозит уголовная ответственность. Прокуратура города Корабела совместно с региональным Минобром провела проверку в школе номер 19. Известны предварительные результаты. Среди пострадавших, как оказалось, 9 учеников, все они воспитанники детских домов. 21 ноября педагог была уволена из школы. Сейчас в отношении учительницы расследуется уголовное дело по статье 156 УК России «Жестокое обращение с детьми». Данный учитель также был педагогом дополнительного образования в детском доме. И также 29 ноября она была уволена из детского дома вот с этой должности педагога дополнительного образования. Вопрос о наказании, об уголовной ответственности будет разрешен по результатам расследования уголовного дела. Также Северодвинская прокуратура проводит проверку в отношении администрации 19-й школы города Корабелов и детских домов, где воспитываются учащиеся.